Всем привет! Меня зовут Дарья, мне 29 лет. Я когда перед тем, как пройти курс, я за 10 дней до начала я переехала в город Сочи. И тут столько всего происходило. Была очень жесткий выход из зоны комфорта во всех отношениях, в плане жилья, еды и так далее. То есть все было на уровне выживания. И как раз еще тот курс. И я думала, как это вообще все собрать в один момент. Но сейчас, когда уже все решилось, прошла это, я прям понимаю, что это был такой некий такой пазл, который только сейчас сложился, потому что уже есть результаты. И результаты на самом деле колоссальные. То есть, приехав сюда, я немножко так надломилась. Но курс, он реально помог мне закрепиться, собрать все свои частицы воедино и собрать себя как личность. Тем самым я обрела себя. Я четко теперь понимаю, кто я и зачем живу. Хотя я всегда с этим работала и считала раньше, что я вообще безупречна и такая я осознанная. Но это все не так было глубоко, как именно вот это понимание, как сейчас это. И, наверное, таким самым сильным опытом было то, что я реально приняла свое тело. Это вот я говорю, и вот я приняла свое тело. До этого я думала, мне казалось, что я его приняла, но на самом деле я его не принимала. То есть было очень много «но», было очень много тревожности, беспокойств, постоянный смотр в зеркало и понимание, что что-то не устраивает. Сейчас этого вообще всего нет. Я приняла себя, и вот этот шум в голове, он просто утих. И я как будто бы живу сейчас реально в теле, а не в голове. Вот это вот понимание «я в теле», оно стало настолько чистым, что меня прямо переполняет от этого. Это реально круто. Когда ты смотришь как будто на сцену, на танцующего, и ты просто восхищаешься этим. Я сейчас так живу. И все, что проходит через меня, сейчас все же те же события, которые выводят, и когда-то выводили меня в депресняк, в какой-то тревожность, меня перестало это цеплять. Я на это смотрю, улыбаюсь, и, ребята, привет. То есть я настолько не реагирую на это, меня перестало это цеплять. И я прям понимаю, что этот курс помог мне тем самым сберечь собственное время для себя, для своего развития. И теперь мне вообще стало понятным, что дальше делать. Я настолько глубоко ушла в свое тело, что... То есть я сама являюсь тренером, тренером-универсалом. Когда достигла этого, думала, для чего это все. То есть вроде достигла потолок, и какая-то деградация наступила, я не понимала, что вообще дальше делать со своей жизнью, а теперь знаю. То есть я настолько в это ушла, что у меня есть свой проект, который я когда-то создавала, и я настолько в него так глубоко погрузилась и поняла, что теперь мне настолько стало все понятно. Это и это такой осознанный чистый путь дальнейший, вот этот путь, он... Из бусин состоит, и так круто каждую бусину одевать на эти бусы, что нету вот этого прям как бы гонки, что ли, за то, что вот быстрее бы там реализовалось, быстрее этого нет. Потому что есть четкое понимание, есть четкое знание того, что это реализуется, что это будет. Но вот этот сам путь к этому, и он прекрасен. Реально, я благодарна, я каждое утро просыпаюсь. Я не в суете, не думаю о том, у меня голова не трясется, что делать. И реально подтягиваюсь, и ощущаю свое тело, и оно у меня пробуждается, и я прям нереально от этого кайфую. Блин, я прям живу каждый день теперь. И я рада, что смогла это все в себе увидеть, осознать, принять и полюбить себя. И мир принять, полюбить. Поэтому спасибо большое за курс, за все, что там происходило между нами всеми. Алмаз, тебе вообще большое спасибо. Здоровья тебе, просветления. И вот так же вот действуй, продолжай, развивай себя и людей, делай такими же счастливыми.